Прямиком со Святой Земли. Этот специальный рейс из Иерусалима на Кубани ждали миллионы человек. На борту благодатный огонь, который сошел в храме гроба Господня. В руках у священнослужителей зажженный пасхал, пучок из 33 свечей по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Православные верующие с ликованием и праздничными возгласами встретили символ возрождения Христова. Благодатный огонь, он это живое, это то, что дал нам Господь сверху, с небес, когда в кувукле его берут, вы же видите по телевизору, что им даже умываются. Понятно, что потом уже дальше он становится более живым, из живого переходит в состояние какого-то физического, но вот до сих пор вы можете видеть, что он не жжет, он достаточно легко, может, вот, его можно брать руками. Из аэропорта священнослужители доставили зажженные от огня лампады в храмы по всему Краснодарскому краю. Как важно всем нам понять, что благодатный огонь – это свидетельство чуда воскресения Иисуса Христа. Чтобы, во-первых, мы не сомневались в этом чуде, чтобы сделали это чудо основанием своей веры, и чтобы свет нашей веры согревал тех, кто живет рядом с нами, и освещал наш жизненный путь. Главная пасхальная служба прошла в Свято-Екатерининском кафедральном соборе вместе с жителями края. Самый важный православный праздник в храме встретил и губернатор региона. Вениамин Кондратьев пришел вместе со своей супругой. Божественную литургию провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Около полуночи весь собор озарился живым светом нескольких тысяч свечей, зажженных от благодатного огня. Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, символизирует шествие церкви навстречу воскресшему Христу. Для меня этот праздник – это самый светлый праздник, это возрождение, это жизнь. Мне кажется, это самое светлое, что есть у нас. Мы очень рады, хотим всех, чтобы все люди были радостны в этот день. Это самый такой, мы каждый год приходим сюда. Самые светлые, самые радостные чувства. Самый хороший, самый добрый, самый светлый праздник. Традиционно православные верующие приносили в храм куличи, чтобы осветить их и забрать с собой частичку самого светлого для христиан праздника. Кулич, рулетик, яички, вот такие имбирные печеньки мама пекла. И водичка святая. И малыша мы привели. Первый раз, наш первый выход. Торжественные богослужения прошли по всей Кубани более чем в 500 храмах. Пасхальное воскресенье – это только начало торжеств. Они будут длиться целую неделю. Александр Иванченко, Денис Перец, Кубань 24, Краснодар.